Несмотря на то, что Суздаль был основан около 1000 лет назад, он не разросся в крупный мегаполис. Здесь проживает всего 9500 человек, а его площадь составляет около 15 квадратных километров. Суздаль — это город-музей под открытым небом. В буквальном смысле, ведь пройти все его достопримечательности вы можете пешком. Это церковь 18 века, построенная без единого гвоздя. А вот остатки росписи, это остатки, конечно, это 1600-е годы. Суздаль очень хорошо сохранился. И сегодня сюда приезжают туристы со всего мира, чтобы прикоснуться к подлинной истории нашей страны. Здесь более 30 храмов, многие из которых являются действующими приходами Русской Православной Церкви. Настоящий фонарь, 1600-е годы. Для людей того времени, ну это круто, их же удивить было очень-очень легко чем-то.